Первое блюдо нам уже принесли. Это махаши. Мукбанг. Народ, всем привет! С вами снова канал Училка физкультуры в Эмиратах. И сегодня мы поговорим о еде, о вкусной, знаменитой арабской еде. Ради этого мы пришли в ресторан. Сзади меня на арабском надпись «Кебаб и кофта». Кебаб – это значит вид жареного мяса на востоке, шашлыки, котлетки. А кофта – значит со специями вид жареного мяса. Ну, в принципе, отличие небольшое. Но мы с вами сегодня закажем и кебаб, и кофту, попробуем, прокомментируем. А с вас хорошее настроение, лайк, подписка. Пойдем поедим. Еда, которую мы заказали, сервируется еще дополнительно зеленым салатиком, тахиной. Тахина – это семена кунжута, сезама, перетертые. Вот это тахина и свежим хлебушком. А это еще, ну не водичка, это перетертые наверняка томаты с чем-то острым и с... Парсли. Нет, не с укропом. Второе. Петрушкой. С петрушкой. Вот. А покажи вообще цены. Цены. Ну, мы заказали пол порции. Это значит 500... Это 60, за 5,65 дирхам. Да, это набор. Внизу. Вот такие цены на мясо, на именно кебаб, кофту, шашлычки. Что у нас дальше есть? Дальше есть шаурма, конечно же, как без нее, но эта шаурма вот так вот сервируется и с картошечкой, и с салатиком. Не просто вам мясо завернут в лаваш, а просто будет огромная порция еды. Вот гриль, это уже курочка на гриле, и целая, и половинка, есть супы. А цены все делим на 3,68, и я напишу в субтитрах еще, и получим и доллары. Вот кебаб, кофта отдельно, не в блюде. Вот это, скажем так, среднестатистические цены по эляйну. Можно в крутом ресторане посидеть намного дороже, можно на улице или под заказ купить еду намного дешевле. Вот, но это известный ресторан в эляйне, поэтому мы сюда пришли. Да, и вот здесь очень вкусный ресторан. И в Дубае, в Абу-Даби такие же цены, так что ориентируйтесь на такие же цены. Умали, это мы показывали, это вот эта вкусная штука. Да, мы показывали это, мы ели это в отеле Radisson Blue в Абу-Даби, кунафа. Мы обязательно поедим, посмотрим. А свежие фреши, но их нет сейчас в продаже, наверное, поскольку и коронавирус. Ну вот все, вот салатики. А вот все, сейчас будем ждать нашу кебаб и кофту. Сейчас немножко покажу вам сам ресторан. Людей нету. А что мне нравится, кроме этих резных ступенек, лесенок, поручней, нравится, что здесь, как нам рассказали египетские актеры, что ресторан, видно, держит египтянин. И здесь фотографии актеров из фильмов и сериалов египетских, не бразильских, не доминиканских, не мексиканских, а именно египетских. Смотрите, какие красивые. Это уже вверх подниматься к туалету и к кухне. И такие старые-старые фотографии, как будто из журналов. Вот такой он ресторанчик эмиратский. Первое блюдо нам уже принесли. Это махаши. Кабачки, баклажаны, начиненные рисом, всякими специями. Вайн ливс, листики, в которых тоже рис и специи. Это все очень-очень вкусно. И это популярно. Я знаю, что глава моего департмента очень любит готовить такое. Она приносила нам это. Действительно, очень-очень классно, когда человек еще умеет готовить. Да, Наташа уже будет кушать. Уже не важно. Да, это вкусно. Вот такое блюдо. Очень рекомендуем попробовать.
Это действительно национальная арабская еда. Мукбанг. Марк, попросить тебя одну тарелочку? Давай сюда. Ку-ку. Помешает тахину. Очень вкусно. Нам уже наше заказанное блюдо на двоих. Вот, смотрим, это кебаб, а это кофта. Но все это делается на гриле. Все это делается на гриле, все это делается со специями, все это мясо. Тут еще ребрышки где-то. Да, еще где-то есть ребрышки, а мы сейчас все раскопаем и вам покажем. Тащили мы мясо, разрулили ситуацию, значит, первый у нас это кофта. Второй кебаб, дальше лежит шашлычок и ребрышко. И все это мясо, и все это вкусно. Поэтому сейчас приступаем к поеданию. Приятного всего пути. Точно. Можно это выпить? Конечно. Вкусный соус. Не даже соус. Пробую шашлычок. Класс. То есть там мало, да? Аккуратно, вот. А, у нас ножа нету. Ребрышку нужно немножко и поделить. Пробуем кофту. Кофта. Очень мягкая котлетка. Я сказала, колбаска какая-то такая. Жирная. Жирная, мягкая. Вкусная, свежая. Сейчас пробуем кебаб. Вот она, очередь кебаба. Пробуем. Шашлычок. Да, вот такой вид шашлычка. Но не твердый, он такой мягкий, как будто, его руками еще постукали, так, перемололи. Это как вид какой-то котлетки. Вкусно. Здесь все вкусно. Вообще я мясоед. Но, наверное, любые виды мяса очень вкусно. Листик очень популярный. Wine leaf называется. Он везде популярен, в странах Азии. Вот. И в Грузии, и в Армении, в Азербайджане. Да, специи и везде. Рис. Тоже очень популярное арабское блюдо. Заказывайте, пробуйте. Сейчас пришла пора пробовать. Возьми. Да, пробовать. Ребрышки. Угу. Мягкое. Мягкое, вкусное мясо. Очень даже. Класс. Ну, одно ребрышко будет с Наташкой делиться. Ставьте лайк. Надеюсь, вы не сильно хотели кушать.
до этого видео. Видите, довольное лицо. Это я уже наелась. Действительно, было очень вкусно. Ну, вообще, мясо я обожаю. Вот. А знаете, что еще было, что мы не съели? Хлебчик принесли один, такие лепешки, и второй. Мы, наверное, один с собой возьмем на завтрак завтра. А вообще, как мы так хлеб стараемся не есть с мясом, и так сытно. Сколько мы всего перепробовали. Надеюсь, вам было интересно. Это только один из выпусков об арабской еде. Ее много. Так что будем ходить, пробовать. Ставьте лайки. Желаю всем вкусно поесть.